люди, как и мужчины, так и женщины, стали в интернете искать эффективные программы по жиросжиганию. Так на что же нужно вам обратить внимание в своей программе? Итак, для того, чтобы происходило жиросжигание, нам с вами нужно выбрать такой вид физической активности, при котором энергии тратится больше при выполнении и побольше, когда наш организм восстанавливается. Существует 4 вида энергозатрат. Первое – это теплорегуляция, теплообмен. То есть наш организм тратит энергию на поддержание тепла. Второе – синтез – это создание нового элемента. Но в спорте принято понимать синтез белковых структур. Причем белка не всего нашего тела, а именно скелетных мышц, гипертрофия мышечной ткани. Отсюда следует два правила. Первое. Для того, чтобы обеспечить максимальный синтез белковых структур, нам необходимо задействовать большие группы мышц, а это ноги, спина, дельта и грудь. Второе. Во время выполнения упражнения мы должны использовать базовые многосуставные упражнения. Четвертый элемент – это механическая работа. Она включает в себя бытовую и наши непосредственно тренировки. Так вот, если вы хотите максимально эффективную программу по жиросжиганию, то ваша программа тренировок должна включать в себя все эти три элемента – синтез, ресинтез и механическая работа. Итак, обобщив все, что сказала, то, что наш организм тратит 80% на метаболизм, 10% на термический эффект пищи и 10% на механическую работу, которая состоит из двух частей. И как вы заметили, что тренировки стоят не на первом месте. Поэтому на термический эффект мы с вами будем влиять через правильное питание, на метаболизм, в которые входят синтез и ресинтез и другие процессы, которые будет запускать наша тренировочная деятельность, и далее механическая работа, которая будет идти по ходу. И как вы заметили, она стоит не на первом месте. А когда человек устает, он начинает себя беречь и неосознанно срезает лишний дополнительный расход бытовой энергии. И тем самым он экономит трату энергии. И получается стоп-вес. Почему? Вы думаете, я начал тренироваться, я ем, не ем, а вес стоит. Вот именно поэтому он и стоит. Нужно меньше есть и больше двигаться. Поэтому я с удовольствием вам составлю вашу индивидуальную программу с учетом ваших физических особенностей, ритма жизни и ваших целей. Идем медленно и верно к поставленной цели вместе.